Всем привет, с вами Максон и Егор Блейк. И мы Егор. решаем, кто все-таки из нас best in the world. Где моя Голландия? Че за херня? А, во, Нидерланды против Португалии. Let's go. Если вы смотрели прошлые наши замесы, то вы... Да, я в оранжевый поиграю. Вот, если вы смотрели прошлое видео, вы знаете, что мы выясняли, кто из нас круче. У нас серия 1-1, и теперь мы выясним это в национальных сборных. Делайт. О, деликт, делит, деликт. Это вообще лютый чел. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. Тактическая защита, кстати, принесла мне победу. Правда, хрен знает, как было бы, если бы ты не удалился. О, вот так было бы. Да что за фигня? Все, короче, мне надо сосредоточиться, ты меня отвлекаешь. Феликс. Феликс, вообще-то. Феликс, Феликс. 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 Просто дыра. Мне нужен пятый защитник между Ван Дейком и Деликтом. Видал, как я тебя сейчас... Тебе сейчас Квинси все сделает. Точнее, он мне все сделает. Это был... Блядь. О, спасибо. Ты так коряво выходишь из защиты. Опа, это гол. Должен был быть. Не ожидал? А я вот так умею. Я тоже так умею, но, блядь, надо было перекидывать. Я растерялся что-то. Оп! Не ожидал? Депай. Мемфис Депай. Сальтуху не досмотрел. Пил. Нормально. У тебя чуть вратарь очко не порвал, мне кажется. Ой, как хорошо. Не было же? Не было офсайда. Мемфис Депай. Дубль нужен. Дубль. Бам. Добить. Я что-то пнул своего или что это было? Непонятно что-то. Давай обыграемся. На Ван Дейке, на Ван Дейке. Это обманка была. Смотри. Я думал залететь сейчас, блядь. Через себя. А еще раз. На. Вот это да. Биг Виджел. Кто это? Биг Ви... Опа. Бля. Давай повтор посмотрим. Что это было? Промис. Профессиональный удар. Он просто в Спартаке раньше играл. А, офсайд. Ну и чё? Да пофиг. Главный удар. Покажите удар. Ну мы... Понятно. Оба стеночки, да? Научив тактически играть. Бах! Ну я вот чисто наскилился, когда играл в Ultimate Team и проигрывал очень много. Да я проигрывать не хочу, что-то с тобой. Я именно сквад батлы катаю, чтобы себе потом выбить карточки. Ну вот прошлый сезон я катал. Я тоже сквад батл катаю. Вот, ты играй на тактической. Кстати, сначала ты будешь проигрывать и сложность ставь, ну, побольше. Ты поймешь. Нет, я всегда выигрываю. Ну вот я вот проиграл, когда с тобой. Да не, мировой ставь. Проводим. Ой, или какой там, нет, после профессионала какой идет? Мировой класс? Ну да, мировой. Вот, ставь его и на нем играй. Вот я считаю, что это... Ты что, блин, было? Хороводы. Я считаю, это что самое... Нормальная сложность, на которой и тебе забивают, и ты можешь выиграть. Там часто на 90-х там решается, там такое вот лютое. Ты реально скилишься на этой сложности. Попробуй, я хз. А чё, чему учить-то? Я чё, умею, что ли, сам думаешь? Ну вон как ты ебашишь. Ну, кстати, лучше, чем на стандартный. Я что-то, видимо, все. Тактическое. Я теперь буду обсирать в каждой выходе, в выходе каждой фифы стандартно, такой, типа говорить. Стандартная, бля, да, нахер она нужна вообще. Берут тактическую, блядь, я такой, блядь. Вот теперь хрен знает турнир играть как, на тактической. Что они делают? На тактической или с такой вот, там, стандартной? Что, блядь? Сука, щека чешется, блядь. Опа, не вовремя щека чешется. На. Фух, я думал, будешь, блядь. Я думал, будешь ворот. Ты посмотри, что это было? Йоу, Ракамаков, ты же ты фристайлил? Что он делает? Что там было? Ты думал, выше ворот? Или чё? Да ты посмотри, как мой защитник повел себя. Что он сделал? Он, блядь, ничего не делал, он вообще ничего не делал. Что? Дебил, нахуй. Нормально все. Так, 2-1. Походу, кто-то становится лучшим постепенно. В этом да, это я. Жутком противостоянии. Смотри, как могу. Опа, блядь. Красиво. Выбрал там себе, блядь, команду с лучшими защитниками мира и все.
А чё, Делихт лучший защитник мира? Да. Да? Но он у кого-то был против меня в Ultimate Team. Он неплох, кстати. Я тоже его приметил тогда. Там он... Гареро из... Вики Гереро. Опа, йоу. Опа, йоу. Ты чё, подавился? Да иди туда, отдал и подавился. Как будто ты умираешь там. Дай забить, а то я умру. Моя последняя мечта, мечта перед смертью. Найс. Нет, я вот тебе забью сам. Оп, смотри, смотри. Что это было? Что это за звуки были? Чик, опа, чик. Что за трэш вообще? Это матч какой-то трэшовый. Стой, блядь. Стой, 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 стой. Как кролик поскакал, блядь. Ой, ой, Айара, что ты делаешь? Так что-то я заигрался. Какого, блядь, что? Нормально. Давай, Вейналдум. Бежим, бежим от него. Пепа. Свинка Пепа. Привет. Очень грамотно он сыграл сейчас и перехватил. Что происходит? Пил, пил. Хоп. Все, Мемфис Депай. Бах. Оу. Если б залетело. А, его комар просто укусил. Зачем ты сейчас сбиваешь? Его просто комар укусил, видел, он убил. Что ты делаешь? Это сейчас очень запутанно было. Нахер с пляжу, я тут ляжу. Дерун. Ой. Опа! Опа-опа, свинка попа. Надо было затащить ему. Так, так, так. Сейчас так, что-нибудь поменяю. Quincy Promise, Бабель. Бабель, берем это, мяч, блин. Берем мяч. Берем мяч. Давайте обниматься. Блин. Прям под мышку. Красиво, красиво. Да это я расслабился, смешно с тобой стало. Это, короче, если бы я был голландцем, я был бы Ван де Погодье. Ван де Погодье. Да, с французскими корнями еще. Меня так называли в армии, Погодье. Олег де Погодье. Олег де Погодье. Мемфис де Погодье. Ну давай, свеженький. Ясненько. Бабель. 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 Слышь, Бабель. Ну все. Депай должен делать такие мячи. О! Штангула. Навесиус. Вендшбюльгин. Как его правильно называть? Вендшбюльгин. Так и зовут. Вендшбюльгин. Опять твой кот. Кот Феликс, блядь. Есть корм такой кошачий, по-моему. В честь футболиста назвали. Ой, блин. Так, Вейналдум. Вейналдум я знаю, а вот это... Так. Я не знаю, как правильно его назвать. Да, мяч. Опа. Надо его в Ultimate Team тебе. Итак, пацаны, все, нужно усиливать. Оставь Бельжевельвина, сейчас выпущу. Бельжевельвина, блядь. Оставь. Спасибо. Спасибо. Нормально. Фига ты звуки, как в черепашках-ниндзя изобразил. Вперед. 2-2, что-то вообще не то. Нужно выиграть. Нужно доказать, что я лучше все-таки. А-а-а, упущение. Нет, 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 нет. Немного не так полетел. Опасненько. Ладно. Чё он как... Чё они пинают как говно? Давай, давай, Бержвин, вот. Давай. 90-е, опять 90-е. Бержвин. Дайте мне угловой подать, пацаны. Бержвин, давайте. И туда, вешай. Блин, еще один угловой. Какой еще один? Третья минута, дебил, блин. Голландцы. Давай, давай. Да еще один.
Еще угловой. Ебанутый. Давай. Давай, давай. Зависло что? Давай, где мяч? Ударить. Ударить. Че ударить-то мне не дали? Игра была равна, играли два говна, как говорил Карл. Мы победили. Короче, пожимаем друг другу руки. И это, в общем, я сейчас взял, короче, правой рукой левую свою пожал. Да, я тоже сделаю так, все. Все, короче, мы равные примерно, наверное. Сука, тебе повезло, блядь, просто. Ну и давайте заценим тогда Ultimate Team. И это не считается. Мы сейчас не выясняем, кто лучше. Мы просто посмотрим наш состав Ultimate Team. Да, надо купить Вжжжин. Да, Вжжжин был хорош. О, до начала матча три случайных игрока из каждой команды переходят в противоположную. Гол, забитый одним из перешедших игроков, считается за два. Давай от этот сыграем? Давай. Ты только говно игроков не ставь, слышь? Ну, у меня это мой состав быстрее. А, ну и у меня тоже. Всем... А, мы это продолжаем видос. Короче, мы играем в режим обмен. Три игрока, короче, переходят из моей команды к Егору, из Егора ко мне, и забитые мячи этими игроками считаются за два. Вот такой вот режим. Мы хотели вообще эти попробовать режимы, они оказываются в Ultimate Team. А, так, нет. И че с говно ты мне даешь? Ты посмотри, какие у меня крутые игроки. Да почему? ЦЗ, ПП, ЛП. А, ну у тебя тоже ЦЗ, ЛП. Ну, грубо говоря, такие же. Ну ладно. А это, почему у меня они? Они не играют. Слышь, они в манишках играют. Пацанам форма не досталась просто. А как отличить? Подожди, мои розовые. Нет, твои розовые, мои оранжевые. Или чё? Желто-оранжевые. Могли бы хотя бы манишки одинаковые. Не, я что-то не понял. Твои оранжевые. Все, понял. Меня заговорил гандон. А, пенальти. Ты меня завалил. Антонио. Бревно какое-то ты мне дал. И на кого навешивать там нет? Пенальти. Алло, это пенальти. Магуайр, блядь, готов. Это Магуайр? Ой, я сейчас поставлю чувака еще в манишке, чтоб тебе за два засчитало. Красивая тактика? Да. Нечестно. Нормально. А, он уже сразу стоит. Причем твой же. Ну это и логично, да? Угу, ты меня что, обмануть решил? Я, кстати, в правый угол бил, я не знаю, почему он в центр ударил. 2-0, блядь! Еху, 2-0, с одного просто. Пацаны сейчас такие в комментах напишут, а где первый гол, что с говно? Почему ты нам только второй мяч показал? Хадапах! Затащил. Хадапах? А кто у тебя? Кепа? Нет. А Пепе. На воротах. Попе. Попе. Попа. Он тащит ебать. Ну-ка, проверим. Да не слышь, ты не трогай. Вот ты он пускай. А, ну ладно, затащи. Антонио! Он меня забил, он предатель. Он тебя сейчас еще забьет. Я его сейчас сломаю, блядь. А, он мне... И мне, блядь, травму. Ты сделал подкат и травмировался? Не, ну типа я ломаю своего игрока. И потом он у тебя с травмой. Нормально. Нет, тут нет травм. Там было написано. Без травм. Ты нормально вообще? Я мяч хотел выбить. Штрафной, я в зоне этой. В зоне риска был? Смотри, я хотел... Подожди, я, по-моему, мячак первый раз коснулся. Я, блядь, в зоне этой залупы упал. Ну, это упал, а нарушение-то, касание было до штрафной. Могло бы быть опасно. Фахерман заебал. Фахерман, я Фахерман. О, для Антонио какая зона красивая. Слушай, у меня тоже Роуз играет. Говорит, какого ты мне говна надавал, блядь. На, на. Въебал, попал, по-моему. А чё от ворот? Красиво. Я заканчиваю. Джесси Лингард. Опа, напугал, бля. Видишь, страшный какой, а? Твоих зарубил, по-моему, всех. Ты посмотри нахер. Как наебался. Просто как ребенка попе. Это знаешь, когда дают конфетку, ребенок тянется и резко убирают. Это примерно то же самое было. Ну, защитник у тебя... Кто? Атаменди. Атаменди, кстати, нормально. Ничего не буду против говорить. Пидорас! Пидорасина! Первый тайм. Я бы был хорошим футболистом, смешно. Не-не-не, лучше тот пусть забьет. Антонио! 4, сколько, 5? Иди ты нахуй! 5-0!
Все. Это что с ним? А. Судороги, блядь. Эпилепс. Антонио, все, я покупаю его у тебя. А я, знаешь, думал, что типа обмен, что мы каких-то игроков ставим вначале, если мы проигрываем, то типа, ну, кто-то забирает всех. Ну, ой, это вот. Был бы пиздец. Это было бы очень круто, на самом деле, такой режим. Надо будет еще чекнуть потом режимы, прикольные там, на самом деле. Типа, голы за пределы штрафной, там все такое. Царь горы там какой-то есть. И попал. Блин. Так, ладно. Что ты мне будешь забивать? Нет, сегодня? Я тебе таких людях челов отдал. Не дай бог, у меня используются матчи за них. Я не хотел их ставить. А, нет, 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 стоямба. Сука. Высер, высер, смотри. Сломал, блядь. Что, желтый? Это желтый. Да. У меня азар на шею упал, блядь. И что? Это уже он сам сальто сделал. Сейчас попадешь в стенку, чекай. Хочешь, я тебе угол открою? Все, больше не могу подвинуть. Какой-то не угол. Ты забиваешь там, не? Что? Ты меня обманул! Я ждал удара. 5-1. Ой, как так? Андре Грей. А, у тебя тоже Грей есть? Нормально. И Лингард у тебя есть? Да. А чё он у тебя не забивает? Вот у меня забил. Ну ты, я, конечно, я меня хорошо, вообще красивая. Раскатал, да. Я там можно стенку усиливал. За ассист не можно 5? Нет. Опа. Смысл, ты сейчас сидишь и играешь? Я разъебал уже. Чё? Я уже разъебал по полной. Смысл, ты сейчас просто, блядь, добиваешь меня. Ну, надо забить еще. У тебя, на самом деле, чё ты сдаешься так рано? Предыдущие игры показывали, что можно и на 90-х позабивать. Опа! Как ложка. Просто перекинул. Вот Лингард, говорю, забивает. Я тебе показываю, как надо. Блять, тема такая. В двух составах один игрок. Он тащит только у одного. Да просто надо уметь играть. В принципе. Да, я умею играть. Где, где? Кстати, мы играли на лучшего, ты помнишь? Как нет? Я это вырежу, и никто не узнает. Какое ж ты говно, бля. Да ладно, по чесноку оставим. Играем на лучшего. Сейчас такой сразу, знаешь, 7-6 счет, короче, замутил. Как я, когда ты сказал, что это все увидят, что позор, типа я проиграл. Уаа! Сразу моменты пошли. О, нормально. Вперед! А я! Вот здесь вообще, конечно, я вправо реально бил, он в центр ударил. О, дали ачивку. Ачивку дали? А мне? А что за поражение, значит, ачивки дают? О, вместе веселее. Лингард лучший у меня. Твой игрок получил 8,8, 8,4 и 8,0. В общем, смотрите, я сейчас всем заценю, какие тут есть режимчики. Царь горы, это что такое? А чё? А вот, сражайтесь за владение в зоне контроля, чтобы увеличить количество очков, которые принесут следующий гол. Типа, ты бегаешь в зоне, пасуешься, и если ты долго пасуешься, ты как-то забиваешь или что-то непонятно. Таинственный мяч, вышедший за пределы поля, может вернуться в игру в виде таинственного мяча, который задает значительное усиление атакующей команде. Ладно. Обмен мы сыграли. Каждый игрок вашей команды получает максимальное усиление сыгранности. Ну, это скучно. Удар головой с лёта. Считается только голы, забитые с лёта или головой. Бля, это сложно. А также штрафные пенальти. Это постоянно 0-0 будет, мне кажется. Ну, либо ставить длительность дольше. Так, выживание. Когда команда забивает гол, один из ее игроков снимается с игры. Давай потом вот этот сыграем. Прикольно звучит. Гол, забитый за пределов штрафной, считается как один гол. Гол, забитый за пределов... А, из пределов штрафной один, из-за пределов два. И без правил. Классический матч без офсайдов, фолов и карточек. Это тоже весело. Выживание потом с тобой замутим. Короче, всем спасибо за просмотр. С вами был Максон и... Егор Блейк. Слышите, какой я лучший. Печальный голос у него. Нет, я он лучший. Проиграл. Мы играли на лучшего, сами видели его. Смотрите. Играли на лучшего. Обмен. В смысле 4-1? 6-1 вообще-то счет был. Написано 4-1. Ладно, все, всем покеда. Я лучший.